Президент России подписал указ о назначении выборов депутатов Нижней палаты парламента страны на 19 сентября 2021 года. Начинается избирательная кампания, в результате которой сформируется 8-й состав Думы. 19 сентября – единый день голосования в стране. Главным событием этого дня станут выборы депутатов Государственной Думы. Для голосования на выборах в Госдуму избирателям будут выданы два бюллетеня, поскольку половина мандатов, 225 из 450, распределяется по пропорциональности системе или по партийным спискам, а половина – по одномандатной и мажоритарной. Одномандатные избирательные округа образуются из административных территориальных единиц, так, чтобы обеспечить примерное равенство количества избирателей на один депутатский мандат. В Республике Башкортостан образовано 6 одномандатных округов – Уфимский, Благовещенский, Белорецкий, Нефтекамский, Салаватский и Стерлитамакский. Каждый из округов входит как города, так и сельские районы. Номера округов в Башкортостане в общероссийском списке с 3 по 8. Чтобы победить в округе, достаточно набрать больше голосов избирателей, чем остальные кандидаты. Оставшиеся 225 мест в Думе распределяются по пропорциональной системе. Каждая партия, допущенная к выборам, формирует партийные списки, то есть определяет кандидатов на распределение мандатов. Чем выше человек в списке, тем выше его вероятность попасть в Госдуму. Избиратели в бюллетене видят название партии и ставят отметку напротив одной из них. Сумма голосов за партию по всей стране определяет количество мандатов, которые партия получит в Думе. Здравствуйте! В эфире телекомпания «Салават». Этой осенью в нашей стране состоится одно из главных политических событий года – выборы в Государственную Думу Федерального Собрания России. О том, как готовится к выборам наш город, расскажет нам наш гость – председатель территориальной избирательной комиссии «Салавата» Федор Владимирович Тиунов. Здравствуйте, Федор Владимирович! Здравствуйте! Итак, каковы особенности предстоящей избирательной кампании? Наши избиратели, наверное, и не забывают, каким образом мы ежегодно вместе с ними идем на наши избирательные участки, проводим то или другое голосование, выбор делаем свой. Причем обстоятельства меняются по известным причинам. Так вот, те выборы, которые назначены президентом страны, это выборы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва. Выборы по постановлению Центральной избирательной комиссии будут проходить в течение 3 дней. Это первая особенность. Голосование будет осуществляться на избирательных участках 17, 18 и 19 сентября. А время голосования в эти 3 дня – это с 8 часов утра и до 20 часов вечера. Петр Владимирович, насколько я знаю, часть салаватцев сможет выбрать депутатов и на местном уровне. Будут проводиться и дополнительные выборы депутата в Совет городского округа город Салават по одномандатному избирательному округу номер 2. Поскольку в соответствии с законодательством о выборах голосование приходит на один день голосования, то комиссия в нужное время назначила выборы. И на сегодня уже в соответствии с календарным планом комиссия зарегистрировала 4 кандидатов для участия в выборах местного уровня. Кандидаты, зарегистрированные от партии ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ и партии «Зеленые». Дополнительные выборы, в них примут участие наши избиратели на 7 избирательных участках, то есть по одному округу. Ну что ж, большая часть салаватцев получит 2 бюллетеня для голосования. Но и избиратели на тех участках, о которых вы говорили, получат 3 бюллетеня. Да. Угу. 2 бюллетеня говорят о том, что кандидаты избираются по партийным спискам и по одномандатным округам. Да, то есть избиратель получит 1 бюллетень и будет голосовать за партии, непосредственно которую выдвинут в Государственную Думу списком кандидаты. И 1 бюллетень – это по одномандатному избирательному округу. У нас он носит номер 7, то есть по всей Российской Федерации все округа определены. Наш округ 7, он называется Салаватский. В него входят как город Салават, Мелеуз, Кумертау, районы южные. В данном случае границы вот не менялись со времен 16 года. Ну и расскажите подробнее о новшествах. Возможно, будут технические новшества. Говоря о новшествах дополнительных, которые вот нас ожидают
в дни голосования, это уже, ну, наверное, довольно-таки нам стали понятными. Это голосование по месту нахождения, и мы к этому уже привыкли. То есть наш избиратель, который планирует в дни голосования находиться не по месту своей регистрации, не по месту жительства, может определить любой участок на территории Российской Федерации, где в это время будет находиться, и прийти на него и проголосовать. А почему новшество в этой части? Есть некоторые изменения. Подавая заявление о голосовании, а подать заявление избиратель может в любую избирательную комиссию территориальную в период со 2 августа по 13 сентября, подать заявление через МФЦ или через портал госуслуг, а также с 8 сентября и по 13 сентября в любую участковую избирательную комиссию. Подавая заявление, иногда получается так, что вроде бы человек планировал в это время находиться в каком-то месте, и по стечению обстоятельств не едет, остается на месте. И вот как раз здесь новшество, он может прийти опять вот на территорию любого избирательного участка и подать заявление об отзыве своего заявления по месту нахождения, где бы он хотел ранее проголосовать. Как можно будет понаблюдать за голосованием все-таки в общем? В общем, если человек хочет понаблюдать за голосованием, он должен быть наблюдателем на каком-то участке, непосредственно попасть в качестве наблюдателя на избирательный участок. Это ему нужно проделать определенный путь, идти ли от партии, или от кандидата. Просто человек, желающий прийти и быть наблюдателем, не может. Он должен быть направление или от партии, или от кандидата, придя на этот участок, и только тогда его нахождение будет там легитимно. Но в то же время с помощью технических средств, ну, видеонаблюдение ведь есть, да? Планируется обязательно видеонаблюдение на всех избирательных участках. Здесь особенность какая? Если на выборах президента страны, на выборах другого уровня, любой наш избиратель, находясь дома или имея под рукой непосредственно телефон, мог выйти на любой участок и посмотреть, как там идет голосование, каким образом проходит порядок голосования, то на сегодня Центральная избирательная комиссия Российской Федерации определено, что этого сделать будет невозможно. А порядок будет следующий. О проведении голосования избирательных участков можно будет посмотреть на каком-то УИК в территориальной избирательной комиссии. И по всем субъектам Российской Федерации определены центры, где любой желающий может их посетить и вести наблюдение за любым участком. Пандемия продолжается, к сожалению. Какими будут антиковидные меры? На выборах в обязательном порядке будут соблюдаться условия профилактики заражения и распространения коронавирусной инфекции. Это таким же образом избиратель, придя на участок, получит индивидуальную медицинскую маску, будет температурный контроль, получит авторучку, непосредственно с которой он может проголосовать. И есть некоторые условия, которые должны выполняться при получении бюллетеня и непосредственно при получении росписи в списке избирателей за бюллетень. То есть все это бесконтактно. Планируется установка дополнительных прозрачных щитов, защитных для комиссии. А вы сказали, что можно будет получать бюллетени, да, вот эти бланки, без физического контакта. Как это происходит? Без физического контакта это связано с тем, что, как правило, расстояние между членом комиссии, кто сидит за списком, выдает бюллетени, и избирателем подошедшим. То есть тоже будет стоять порядка 1,5 метра, и по столу будет передвигаться. Между ними планируется установка защитно-прозрачного экрана с прорезью. И непосредственно будет передвигаться, то есть передвинули списки, то есть
он расписался, списки забрали, дали ему бюллетени в данном случае. То есть из рук в руки так вот не получается. Только вот передвинули, забрали, передвинули, подняли, забрали. Ну и, конечно же, кабинки для голосования, там тоже будет предусмотрена их немножко такая своеобразная установка и без передних шторок. Ну и наверняка здесь будет также задействована автоматизация. То есть как у нас обстоят дела с КАИБами? На территории города планируется установка 8 комплексов обработки избирательных бюллетеней. КАИБ 217 – это вот крайне последняя модель. В течение вот уже 3 выборов это используется на территории. И в данном случае, конечно, очень удобно, и нам бы хотелось, чтобы их было больше, но вот пока только 8. Федор Владимирович, изменились ли адреса участковых избирательных комиссий, избирательных участков? Есть некоторые изменения, но они настолько малы. Надо сказать, что участковая избирательная комиссия на своих местах приступит к работе 8 сентября. И работать будут в соответствии с графиком, значит, с 14 до 20 часов. Мы, в свою очередь, член участковых избирательных комиссий, приступая к работе, проинформируют путем донесения приглашений до каждого избирателя, но через почтовые ящики, поскольку это требует обстановка. Адреса избирательных участков остались те же. Мы переместили только 586 участок. Он из общежития перешел в рядом стоящую корпус номер 215 школы, поскольку в общежитии проводятся какие-то работы, в том числе и наружные, и не совсем удобно для избирателя. Ну, в общем-то, подробную информацию можно узнать на электронных ресурсах, на сайтах территориальной избирательной комиссии, Центральной избирательной комиссии Башкортостана. Правда ведь? Да, конечно. Кроме того, вот 30 июля, в пятницу, первая публикация будет расположение избирательных участков в газете «Выбор». Там могут наши избиратели найти свои адреса, телефоны. Ну что ж, событие действительно важное, затрагивающее каждого гражданина нашей страны. А есть ли у вас какое-либо обращение к салаватам в связи с этим? Я бы пожелал нашим избирателям сегодня внимательно смотреть средства массовой информации, а при проведении выборов такого уровня, как федеральные, достаточно доступная, легкая такая информация будет идти по всем по позициям, связанным вот с проведением выборов. Поэтому внимательно смотрите, слушайте, внимательно наступит время, слушайте кандидатов, которые будут выступать, которые будут баллотироваться непосредственно в Думу. А все остальное, я думаю, мы еще встретимся здесь, в этой студии, непосредственно перед выборами и более конкретно какие-то моменты еще обговорим. Ну что ж, Федор Владимирович, спасибо вам за беседу, за важную информацию. Удачи в предстоящей избирательной кампании вам, вашим коллегам и всем нам, избирателям. Спасибо. До свидания. До свидания.